Ага. Всем трем. Ты трем. А я говорю трем. И того времени суток. Это Дмитрий. Или не я. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк. Дизлайк. Напиши что-нибудь в комментариях на канал, подпишись, видео до конца досмотри, в общем, поучаствуй, блин! Тебе не сложно, а мне приятно, а мне поддержка, а мне мотивация. В общем, сам не понял, что произошло. Ты все поняли, да? Из этих тормозов я ухитрился вторую волну взрывчатки поставить еще под первую не взорвавшуюся. Жесть. Да, что-то слишком круто, даже для меня. Ну ладно. Не делаешь. Тю. Так. Ну это мы взорвем. Петь на всякий случай. Бабах. Па-па-пам, па-па-па-пам, пам, па-па-пам, па-па-пам. Да. Бонус, к сожалению, пришлось уничтожить. Ты какой, а? Неубиваемый, блин. А вот, собственно, и комната за номером 1. И, по-моему, там уже будет босс. Или нет? А, то есть еще нет? А-а-а. Вон оно что. А вот это немножко печально, честно говоря. Я-то надеялся, что уже босс будет. Минус еще один. Ну, значит, финальная миссия будет немножко подлиннее предыдущих. Чуть-чуть. О! Пинающийся. Я бы, конечно, прыгающего предпочел. Ну да ладно. А, ну да, ноль, вон он, как здорово. Дверь. Ну, пошли. Взяли себе дополнительную жизнь. Сейчас будем биться с боссом. Ну и где-то там босс. Ух ты. Гениально зашкаливает. Я больше от неожиданности нажал, что он это... Что она прервалась. Ах ты! Блин, а? Надо почаще сохраняться. Ну, блин, я реально уже не помню, как этот босс правильно проходится. А, все. Понятно. Оказалось проще, чем я думал. О. Опять кто-то забыл, как двери открываются. Ети, полыкалыхать. Слышь, а можно мне тоже такую тачку? Ребят, так нечестно, у меня питомец, мягко говоря, похуже. Thank you.
Ладно. И с этим разобрались. Так, и, я так понимаю, еще будет одна фаза. А, нет, или что? О, как! Да ладно, он тоже бомбермен. Ах ты, жопная дырка. Ух ты. Да ну нифига себе. Ух ты, эй! Ага. Понял, в чем прикол, да? Он когда его бомбы работают по очень большому. По очень большому радио этому. Блин, не успел. Ух ты, а нет! Я, честно говоря, сейчас все. Готов, засранец. На, получи. Чё? Захромал, блин. Прощай, говнюк. Блин, то, что моего питомца прибил, это, конечно, было обидно. С самого начала. Как так сразу швырнул ту бомбу, я даже сообразить ничего не успел. И упал. А мы улетаем. Хэппи-энд, ребята, хэппи-энд. И? Красивая музыка или что тут? Бум 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 бум. А зачем же выпрыгивать-то? С самолета. Ну, в общем, мы победили. Зло повержено. А вот, собственно, и по. Или нет? А, нет, полет все-таки. Ну, такая она, в принципе, милая, замечательная. Хорошая такая игрушка сеговская, Мега Бомбермен. Много их вариаций на самом деле существует, насколько мне известно. То есть и на Денди есть, на Сеги, я знаю, штуки 4, по-моему, так вот, навскидку. Это просто у меня есть, а на самом деле их очень много, действительно. То есть на Денди у меня тоже где-то одна или две, один или два варианта. Причем один сюжетный, а один просто из серии, ну, там, грубо говоря, играй сколько хочешь до бесконечности. Это он мне недовольную рожу показал. Чувак, я это, знаешь, сам, ты тут летишь, я тобой не управляю. Так что в целом, я говорю, то есть посмотреть на эту игру, ой, вода, если посмотреть на эту игру с точки зрения именно игры, то она соответствует вообще на самом деле всем требованиям. Она не напряжная, раз, достаточно интересная, два, то есть тут много всяких бонусов, разнообразных боссов, разнообразных локаций, какой-никакой даже сюжет присутствует. Опять же, если играть не так, как я, а просто, нахрапом ее брать, то на самом деле она достаточно быстро проходит, если подумать. Это уж я тут, не торопясь, так проходил. Опять там рожицу скорчил. А, плохую рожицу показал. А сейчас какую покажет? А, ну, видимо, на этом все. А, за это вот, хорошую рожицу показал. Все. На этом, народ, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Если подписались, обязательно нажимайте колокольчик, это очень важно. Делитесь этим видео в соцсетях, друзьям, о нем рассказывайте. Ссылка на плейлист и на поддержку канала, как обычно, в описании под видео. Всех, кто уже сегодня смотрел, обнимаю. Парни, хлопа, пуличу, девушку, чмоков, щечку. Увидимся в следующей серии. Мега Бомберман Форева, Сега Мега Драйв Форева, 16-бит Форева, эмулятор на ПК Форева. Как-то так.